9 мая, День Победы. Активный холодный атмосферный фронт, прошедший по территории южных регионов Европейской России 9 мая 2021 года, в горных районах Адыгеи стал причиной сильных снегопадов. Вот такая вот у нас погода 9 мая. На плато Лаго-Наки, расположенном в горах Западного Кавказа на высотах около 2000-2200 метров и являющемся популярным местом отдыха, очевидцы стали свидетелями обильного снегопада. По официальным данным соседних метеостанций, за сутки там выпало около 25-45 миллиметров осадков, и местами сформировался снежный покров высотой до 7-10 сантиметров. При этом температура воздуха в течение дня понизилась на 10-12 градусов. 9 мая, на Лаганаках снег.